Говорят, чтобы все было хорошо, нужно играть по правилам. А вот в жизни все бывает совсем иначе. Правила против нас. Встречайте, для вас поет Вероника Андреева и Гарик Кричевский. Правила против нас, вечная дань любви. Где-то огонь погас, дождь потушил угли. В мире забытых книг, строки чужих стихов, я выбираю миг из полупьяных снов. Поздняя осень кружит листопад, ветром уносит слова не впопад, не принимая ответ на вопрос, разве любовь не бывает без слез? Жду твоего звонка, тупо брожу в сети, мне все равно, когда, знаю, что где-то ты. Главное выбрать путь, нам без него тоска. Может, когда-нибудь ты мне ответишь «да». Поздняя осень кружит листопад, ветром уносит слова не впопад, не принимая ответ на вопрос, разве любовь не бывает без слез? Выбраться из толпы, не замечая дым, думаю, это ты делаешь мир другим. Многого не понять, просто подай мне знак. Я не готов прощать, но без тебя никак. Поздняя осень кружит листопад, ветром уносит слова не впопад, не принимая ответ на вопрос, разве любовь не бывает без слез? Поздняя осень кружит. Поздняя осень кружит. Не принимая ответ на вопрос, разве любовь не бывает без слез? Вероника Андреева и Гарик Кричевский получают премию «Шансон года» за песню. Спасибо. «Правила против Спасибо. Нас». И вы наверняка уже догадались, что автор этой песни – Гарик Кричевский. Спасибо большое. Мои поздравления всем артистам, которые удостоены сегодня этой великой в нашем жанре премии. Спасибо.